первом муниципальном повара поборются за право представлять свою столовую на краевом уровне. Его участники станут известны уже 17 октября. Второй региональный этап будет заочным. Конкурсанты представят презентацию школьного завтрака, систему организации питания. Материалы будут также размещены в интернете, где с ними можно будет ознакомиться и проголосовать. Школьники и педагоги подготовят ролики «Столовая глазами учащихся», в которых проиллюстрируют свои любимые блюда, расскажут, что больше всего им нравится в школьном меню, что они знают о пользе молока и других продуктов. По итогам заочного тура жюри выберет по 10 сильнейших конкурсантов в номинациях «Лучшая сельская школьная столовая» и «Лучшая городская школьная столовая». 5 ноября они встретятся в Сочи на очном туре. Каждая команда будет состоять из 3 человек, ответственного за организацию питания, и 2 работников столовой. В финальный поединок пройдут всего по 5 команд в каждой номинации. Здесь им предстоит продемонстрировать свое мастерство на деле, приготовить полезное и вкусное блюдо из набора продуктов, предложенных за минуту до состязания. По итогам этой битвы кулинаров жюри назовет победителей. Их опыты будут распространять в крае.